Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ЗАБТВ. Спонсор показа – сауны «Делюкс». Комфортный отдых в саунах «Делюкс». 8 номеров для больших и маленьких компаний. 4 больших бассейна с теплой водой, джакузи, хамамом и караоке. Напитки, японская и европейская кухня. Каждый четвертый час отдыха в подарок. Скидка 15% в день рождения и неделю после него. Также в саунах «Делюкс» есть 6 кабинок солярия. Работаем круглосуточно по адресу: город Чита, улица Амурская, 69. Телефон 71-69-69. Всемирный день почты отмечается 9 октября. В субботу будет переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Ночью столбик термометра опустится до минус 1 градуса. Днем нас ожидает от 4 до 6 со знаком плюс. Желаю вам хорошего настроения. Оставайтесь с нами.